Ударь меня со всей дури. Зачем? Что ты можешь знать о себе, если ни разу не дрался? Нет, стоп. Начну с самого начала. Как многие из вас, я застрял в повседневной жизни. Вы хотите, чтобы я отложил свой отчет? Да. Пока вы не скажете им заняться, начни с этим. По ночам я не мог уснуть. Нет, от бессонницы умереть нельзя. Я листал каталоги магазинов и гадал, какой обеденный сервис лучше отразит мою личность. Это твоя жизнь, и ее конец приближается с каждой минутой. Добро пожаловать! Я мечтал о другой жизни. Так я познакомился с Тайлером Дёрганом. Давай, бей, пока у меня терпение не вышло. Черт, да не в ухо же! Эти слова вертелись на языке у каждого. Можно я буду следующим? Мы дали ему имя. Господа, добро пожаловать в бойцовский клуб. Первое правило бойцовского клуба... Ого, круто. Никому не рассказывать о бойцовском клубе. Это твоя кровь? В том числе моя. После вступления в бойцовский клуб все мы увидели жизнь в ином свете. Тебе придется любить меня всю ночь. Она все испортила. Она тебе не нравится, да? Нет, ты че, вообще нет? С детства телевидение внушает нам, что однажды мы станем миллионерами, кинопродюсерами и рок-звездами. Это вранье. У нас был план. Какова была цель? Главное, мы верили в Тайлера. Нужно поднять клуб на новую ступень. Каждый из вас получает домашнее задание. Задача – устроить драку с незнакомцем. Но вы должны проиграть. Это больно. Искал способ изменить свою жизнь? Ты его нашел. Я остановлю тебя. Все уже началось, так что заткнись. Что это за безумная игра? О, боже! Это уже слишком! Когда все кончится, ты еще скажешь, что спасибо.